Следующий вопрос приходит к нам с нашей онлайн-трансляции. Илон, ваше мнение о будущем Международной космической станции? Продлевать международную или каждая страна создает свою? Well, I think the space station, я думаю, что космическая станция... Has an important function. Что у нее есть важная функция. Я думаю, что очень важно сотрудничество в космосе. Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах сфере астронавтики. Мне кажется, нам нужно пойти за пределы вот этого вопроса. Следующий логический шаг — это для того, чтобы у нас была база на Луне. И для того, чтобы мы построили со временем город на Марсе, и чтобы изначально была база на Марсе. If I'm quoting Циолковский, я хочу здесь цитату из Циолковского, великого русского ученого, который один из отец космической инженерии. Он сказал, что Земля — это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели. А теперь вопрос от меня. Как вы думаете, как будет выглядеть город на Марсе? Well, I mean, Mars is a bit of a fixer-upper of a planet. Я думаю, что Марс — это планета, на которой можно обжиться. Нужно сначала, конечно, под давлением, под стеклом, но со временем обжить Марс и сделать его помлёво.